Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Guru Deva, Guru Deva, Guru Deva, Guru Deva.
Ще Говнітай кізе. Ще Джаканат Баладев Супатра Махарані кізе. Ще Рада Гавінда Джакі кізе. Ще Прабхупада кізе. Настакоті Вайшна Врінда кізе. Гранта Радшима Адбагаватам кізе. Нітай Гаура Преманан кізе. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Первая песня Шримад Бхагаватам, 17 глава. Наказание, помилование Кали. Написано на доске 22 текст, но мы читаем также 21 текст. Я прочитаю сейчас 21 текст, санскрит. Перевод и комментарий, затем мы прочитаем 22 текст. Такой порядок сегодня у нас. Сутта увача эвам тарма правадата са самрадвиджа саттама самахитянаманаса викхеда парья чаштатам. Сутта Госвами сказал: о лучший среди браманов! Император Парикшит был полностью удовлетворен речью воплощения религии и, не колеблясь, дал верный ответ. Комментарий Шрилы Прабхупады. Речь быка олицетворения религии была мудрой и философской и принесла удовлетворение царю, так как он понял, что страдающий бык – непростое животное. Без совершенного знания законов Верховного Господа невозможно говорить о философских истинах. Император, обладая столь же глубокими познаниями, ни минуты не колеблясь, дал точный и правильный ответ. Здесь говорится, что были философские речи произносил бык, олицетворение дхармы. Это очень важный момент. Философия позволяет нам отстраниться от материальных чувств, от своей кармы. Собственно, это начало к освобождению ума, гьяна. Гьяна для этого предназначена. Освободить ум от влияния материальных чувств и оценки, которые в уме происходят. Из этих оценок творится, собственно, из этих оценок, из этого материала творится материальный мир. Если человек глазами чувств посмотрит, кто такой бык сегодня, просто груда мяса, все. Самое примитивное животное мировоззрение. Но если мы рассмотрим философски живых существ, окружающих нас, мы увидим совсем другую картину. Мы увидим удивительное явление эволюции духа. И каждое живое существо имеет огромное значение для познания человека.
Особенно есть важные живые существа, от которых зависит человек, его интеллект, его дух, его чистота. Это вот здесь говорится, бык олицетворяет эту чистоту религию. Но понять это можно только философски. Махараджа Парикшит имел это видение философское, духовное, трансцендентное. Он общается с быком религии здесь, обсуждает философские темы. Что же будет дальше? Интересно. Текст 21, 22 записан на доске, поэтому, пожалуйста, читаем его. Кто прочитает? Раджовача, царь сказал, Дхармам, религия, Бравиши, как ты говоришь, Дхармагья, о знающий свод законов религии, Дхарма, олицетворение религии, Аси, Ришару Падрик в облике быка. Яд, чтобы не. Аттарма Крита, поступающего безбожно. Станам, место. Сучакасья, указанного. Апи, также. Тат, то хавет становится. Перевод текста. Царь сказал. Я прочитаю.
Царь сказал. Интересно, что о чем цари говорят. С быками. Это может быть. Впечатление можем получить такое, что можем заговорить с кем угодно. Важное впечатление. Гопи говорят с птицами, с деревьями, с луной. Это вопрос самскары. Под влиянием определенной самскары вы видите образ. Не просто какую-то форму, образ воспринимаете. То, что сегодня утрачено, это образы утрачены. Наука стала безобразной или безобразной, стала абстрактной, единицы какие-то, обозначения, формулы. Но эта самскара практически не обладает силой. Нам близки только образы. И в каждом человеке есть прекрасный образ. Это называется посвящение. Духовный учитель должен увидеть все духовными глазами, постараться учеников, дать им духовные имена, невзирая на какие-то недостатки, анархии. Нужно увидеть ту суть, которая поможет нам развиваться духовно. В каждом человеке это есть красота. Не только в человеке, например, мудрецы видят, что глазами благочестия, под впечатлением благочестия они видят полезность деревьев, прославляют деревья за их терпение, за их самоотдачу, за пожертвование, самопожертвование, учатся у деревьев, становятся как бы учениками окружающего мира, учатся терпению у травы или у камня. То есть можно много найти учителей в этом мире. Это называется самскара, которую мы также получаем от духовного учителя в момент посвящения. Это самскара. Самскара — это то, что подобно семени имеет развитие. Это впечатление будет развиваться. То есть мы должны его развивать. Это и есть наш путь одухотворения ума, чувств и окружающего мира. То есть это проповедь, это распространение духовного знания. Всем и каждому, независимо от того, насколько человек квалифицирован, сегодня так, таким образом. Без предварительной подготовки мы можем говорить с людьми о духовных темах или давать книги сразу трансцендентные, или сразу же воспевать святые имена на улицах, сразу же. Может быть, там люди годные, может быть, негодные к этому процессу, к духовному, не интересующиеся, может быть, они порочные или благочестивые, не рассматриваем этот момент. Сразу якали допускается такая практика. И действительно, это могущественный процесс. Сразу устанавливается высшая дхарма, санатана дхарма. Все, кто попадает под влияние этой самскары, начинают служение. Хочет что-то делать для движения Прабхупады, для преданных, для гуру. Хочет что-то распространять. Всегда распространяйте сознание Кришны в разных формах. Это и есть как бы та самая самскара. Так выразится наше сознание Кришны, наш дух. Дух не может бездействовать. Действует, распространяет дух. Дух распространяет дух. Не распространяет что-то материальное. Не распространяет материальные идеи. Итак, здесь царь сказал: «О, принявший облик быка». Он не говорит «бык», он говорит «принявший облик быка», то есть кто-то другой принимает этот облик. «Ты воистину знаешь религию, и твои речи находятся в соответствии с законом, согласно которому то, что уготовано виновному в безбожных поступках, ожидает и того, кто указывает на преступника. Ты никто иной, как олицетворение религии». Интересный текст. Объясняется в священных писаниях. Он очень важен, этот текст. Это тоже суть дхармы. То, что описано здесь. Есть люди невиновные, указывающие на виновных, которые страдают от этих виновных.
эти две партии бесполезны. Асад их называют. Они будут конфликтовать. Вся их жизнь пройдет просто в конфликте. Они бесполезны. И виновные, и невиновные. Это все материальное обозначение. Есть виновный, есть невиновный, а есть освобожденный. Третья категория. То есть благочестивые живые существа, есть греховные живые существа, есть освобожденные души также. Нам нужно помнить об этом, что движение сознания Кришны мы должны встать на путь освобождения, не путь обвинения или на путь жертвы, который борется за справедливость. Как Прабхупада указывал на проблемы Гаудия Матха, случилось также этот распад, также после Господа читания также были какие-то партии появлялись. Это после каждого явления происходит. Я читал биографию пророка Мухаммеда, и после его ухода тоже появлялись различные же пророки, различные противоречия. И выживает та партия, которая просто следует наставлениям духовного учителя, проповедует. Также приводим пример Шрилы Прабхупады, который до встречи с Бхагаватам Сарасвати, своим вечным духовным учителем, он был последователем Ганди, чтобы помочь освободить Индию. Индия была жертвой, и поработители, англичане были. Такова была политика. Были виновные и невинные. То же самое. У нас тоже в отношениях тоже может появиться такое понимание. Кто-то виноват, кто-то не виноват. Мы всегда пользуемся именно этими критериями в жизни. Но Бхагаватам Сарасвати отвлек его внимание от этого движения в Ганди. Это было самое благородное движение того времени за освобождение Индии. Но Бхагаватам Сарасвати отвлек это внимание Прабхупады и сказал, это временно все. Есть вечные принципы, которые нельзя оставлять ни при каких обстоятельствах. Колонии вы или свободный вы народ, вы не должны оставлять преданное служение. Распространяй преданное служение. Пока Господь не будет доволен, вы не будете счастливы в этом мире. Вот это главный критерий. Это и есть сознание Кришны. Поктарам ягьятапасам сарвалока махешварам сухридам сарабутанам. Это описано в Бхагавиде, формула мира. Ятумам шантим. Ричхати достигает мира таким путем. То есть духовным путем. Если Верховный Господь удовлетворен, только тогда будет порядок. Потому что на его фоне все происходит, на его теле все происходит. Авинна шитута адвитияна сарвамадам татам. Кришна говорит, что пронизывает твое тело, Арджуна? Это неразрушимо. Это твоя суть. То, что пронизывает все тело. Подумай, погрузи в себя, что это такое? Ты должен знать, что пронизывает твое тело. Я, сознание, ты сам. Да, вот это ты сам, неразрушим. Есть большое тело. Ахилатма. Или параматма, пара-шакти существует, или васту-шакти, независимая энергия, пронизывает все и вся и всех живых существ. Кто-то знает и творцов, и творения. Есть высший, изначальный творец, высший разум, непревзойденный, ни полубоги, ни Брама, ни Шива. Никто не может превзойти его, ни вместе взятые. Все бесчисленные живые существа не могут его превзойти. Невозможно. Никто не знает его до конца. Это сознание Кришны. Если мы верим, если мы доверяем этому разуму, мы не будем делить людей на виновных и невиновных. Есть контроль свыше. Невинные рассматриваются с духовной точки зрения, как те, кто не знают о духовном знании, утратили его. Только в этом смысле есть такое слово – невиновный. Другого понимания в нашей философии нет невиновных, кто невинно страдает. Карма существует. Все страдают согласно своим прошлым действиям, наслаждаются только своим прошлым поступком. Но с точки зрения духовного знания есть сострадание, и поэтому люди, утратившие духовное знание, в том числе и животные, и птицы, и остальные, они считаются невинны. И мы даже у них учимся, у деревьев, и у коров, и у травы. Они невинны, они чисты в этом плане. Да, это духовный взгляд тоже.
Комментарий Шрилы Прабхупады. Преданный считает, что никто непосредственно не отвечает за то, кем он является, благодетелем или злодеем. Дозволение на это дает Господь. Кто-то выбирает путь. Мы можем обвинить человека, что он выбрал неправильный путь, неправильную философию, например. Неправильно выбрал себе супругу или мужа. Неправильно ошибся. Можем найти много ошибок в поступках людей собственных, что многие вещи делаем неправильно. Но посмотрите, это точка зрения человеческая. Думает, я страдаю, вот я неправильно поступаю. Верно? Верно. Но почему это происходит под управлением совершенного Господа? Он санкционирует наш выбор, даже неправильный. И санкционирует страдания и наслаждения, которые приходят к нам потом, в результате наших поступков. Потому что он ади-гуру. Это обучение. Это определенная форма обучения. Есть разные формы обучения. Мы не можем избежать того, что мы под управлением ади-гуру, учителя высшего. Если мы не хотим учиться в этой области, нам нужно учиться в другой области. Но мы должны чему-то научиться и занять какое-то место в этом мире. Что-то уже умеем, согласно этому, тоже занимаем какое-то место. Но этого недостаточно. Мы как будто в какой-то школе, школе жизни. От нас требуется больше. От нас требуется больше, чтобы мы не знали, чтобы не успели. От нас требуется что-то еще больше, и что-то еще больше, и что-то еще больше. Какая-то сила давит на нас. Это называется гуру, тяжелый. Ади-гуру. Или Иштадев еще называют Господь сердца, особо выбранный, избранный Господь сердца. То есть наш идеал где-то в сердце, который мы можем даже не осознавать, который движет спонтанно или неосознанно даже нашими поступками, мыслями и стремлениями. Люди не верят в Бога, но верят в то, что можно путешествовать по всей Вселенной и открыть новые миры. Они верят в несбыточные мечты, они иногда создают такие фантазии, а в Бога не верят. Но эта мечта есть сердце, и Господь поддерживает даже эти ложные мечты, чтобы человек прошел этот путь до конца и сказал, мне нужно что-то еще. Я не нашел. И каким бы путем человек ни пошел, он будет говорить, я все еще не нашел. Я все еще не нашел. Я все еще в поиске. Пока не обратиться к Кришне, к сверхдуше. Это устройство мира, так описывается. С точки зрения Верховной Личности Бога, Его планы. У нас есть, конечно, свои планы, но у Него тоже есть планы. И поэтому Он санкционирует, чтобы наши планы несовершенные тоже воплощались несовершенным образом. И мы искали снова, снова, снова и снова. Пока это есть как бы путь религии. Итак, Господь дозволяет быть негодяю негодяем, праведнику праведником. И дозволяет конфликты между ними тоже. Праведники, то есть полубоги, демоны сражаются. Эти две природы в этом мире материальном делятся на божественные, демонические натуры, все делится. И все они конфликтуют. Поэтому он не думает, что кто-то непосредственно несет ответственность за такие поступки. Если мы понимаем как бы план Господа, мы не будем просто обвинять кого-то, какого-то человека. Человек становится просто инструментом этой природы. В обоих случаях он считает само собой разумеющимся, что и удача, и неудача посылаются ему Богом, и потому является его милостью. Если даже мы образованы, мы все равно совершаем ошибки под руководством сверхдуши. Вот что важно осознавать. Если мы осознаем, что моя ошибка или правильное действие под руководством духовного учителя, это сознание Кришны.
тогда мы очень быстро извлекаем уроки. Очень быстро извлекаем уроки. Не просто я страдаю, Кришна и Гуру мне дают урок. Очень быстро извлекаем урок. Но если мы указываем на причину страдания, мы не извлекаем никакого урока. Начинаем драться. Устранять эту причину. Ведь он виноват во всем. Я жил нормально. Но вот этот человек начал что-то говорить про меня. Думать про меня. У меня было все хорошо. Если бы не этот человек. Вы понимаете меня? Я вам сейчас расскажу, что он делает. Это обычная, как бы, ну, человеческая сторона. Так, так говорят наши чувства. Наш обусловленный ум, защищая свою репутацию, свое имя, свои поступки, свои действия. Но это не дает нам возможности увидеть несовершенство в наших действиях и улучшить свою жизнь. Если мы оправдываемся и указываем на какие-то причины постоянно, еще психологи называют это аргументацией, да? Процесс аргументации. Мы аргументируем все, что мы делаем неправильно, мы оправдываем, объясняем. Я действовал правильно просто вот потому, потому, потому. Однажды преданный повторял мантру и при Прабхупаде достал четкий из мешочка, и там узел. Он его распутывает. Прабхупада, значит, что ты невнимательно повторяешь мантру. Тут он сам запутался. Ну как это может быть связано со мной? Это четкий виноватый. Но Прабхупада сказал, ты невнимательно мантру повторяешь. Один из учеников Прабхупады вспоминает, как он сидел перед Прабхупадой, так вот хлопал, двигал так вот ногой, слушал лекцию. Прабхупада сказал, любое страстное проявление – это влияние женщины. Я не думал о женщине. Я просто так делал, вот и все. Я даже невольно могу привлекать женщин, оказывается. Оказывается, у меня это есть в природе просто. Я не думаю об этом. Это моя спонтанная жизнь. Также женщина не думает, спонтанно привлекает мужчину, не думая об этом. Ну да. Очень смешно, я согласен. И когда мы привлекаем не того человека, который нужен, мы обвиняем его, что он ко мне пристает. Мы сами провоцируем все, что с нами происходит, но потом начинаем обвинять кого-то в этом. Он несовершенный. Но посмотрите, если вы так чувствуете несовершенство, близко, остро несовершенство какого-то человека, значит, вы на том же уровне. Если вы не можете быть выше и посмотреть на это просто, легко, ваши чувства задеты, значит, вы соприкасаетесь непосредственно с этой личностью, значит, вы самолеты на одной высоте работаете, сталкиваетесь. На разных высотах вы не столкнетесь. Здесь говорится, тот, кто указывает на причину своих страданий, сам на том же уровне. Например, родители и дети на разных уровнях. Родители разве не страдают от своих детей? Но они все прощают, принимают всерьез эти вещи. Ну да, конечно, там шлепают, но это дети. Дети орут там чуть что, там дерутся, у них большие проблемы, большие. Они там на одной высоте, понимаете, они не на жизнь, а на смерть бывают сцепятся. Дети, да, это опасно их оставлять без присмотра. Даже в детском саду могут серьезно навредить друг другу. Там всегда должен быть няня, воспитатель, который наблюдает, разнимает их. Но она не переживает сильно эти вещи. Ну, игрушку отобрал, ну и что? Она говорит, как что? Как мне теперь жить? Я тебе дам новую игрушку. Там полно игрушек, ты разве не знал об этом? А я хочу именно эту игрушку. Как-то она находит, видите, кто-то должен быть выше, чтобы решить этот конфликт. Поэтому тадвити пранипатина. Если ты хочешь знать, как все-таки жить вот в мире, да, вот совершая вот эту вот ягью, как удовлетворить Господа, обратись к тому, кто видит выше, истину видит, от которой все зависит.
который направит нашу жизненную силу, энергию, деятельность вот в эту сторону, вот да, Татва Даршина увидит и покажет вот туда. Даст духовное зрение. Мы же рождаемся в невежестве, во тьме. Нужно какой-то свет, направление, и кто-то должен дать это направление. Итак, и удача, и неудача посылают самим Богом, и потому является Его милостью. В случае удачи никто не будет отрицать, что она не спослана Богом. Но в случае неудач или несчастья возникает сомнение, может ли Господь быть столь суров к своему преданному, посылая ему великие трудности. Великие трудности. Мы не хотим великих трудностей. У нас достаточно своих трудностей. Только глупые люди не понимают, что они находятся в трудном положении уже сейчас. Это великие трудности уже есть. Мы ждем, вдруг что-то еще случится. Мы боимся, вдруг он нам сейчас даст вот какую-то особую трудность, от которой я вот просто буду не перенесу. Уже мы в этом положении. Уже мы находимся в материальном мире, в век Кали, в разгар пандемии, в неблагоприятном месте на Урале, в неблагоприятном климате, минус 27 сегодня. Какие еще трудности нужны? У нас даже мало времени мантру повторять. Нужно то одеваться, то машину заводить, то мотор прогревать, то на работу успеть. То с деньгами разобраться, то там с детьми разобраться. У нас даже времени нет толком на духовную практику. И даже когда мы мантру повторяем, мы думаем про все эти дела. Это самое плохое положение, которое есть вообще. Какие еще трудности? Нужны такие трудности, которые нас отвлекут от этих трудностей. От этих рутинных трудностей. И покажут, что здесь на самом деле мир такой суровый, что нужно просто уходить отсюда, а не машину прогревать каждый день. Мы осознание получили, что на самом деле мир на самом деле суров, это материальная природа. Она жуткая, это Вишварупа. Она описана в 11 главе Бхагавадгиты. Арджуна не мог вынести этого. Как устроен материальный мир, вселенная, ужасное явление он увидел, ужасное явление. Там столько всего создано, столько всего видимого, невидимого, неслыханные чудеса он увидел, неслыханные, невиданные. Но все это поглощало вселенская форма, все разрушало. Что такое разрушение после войн? Ужасно выглядит. Мы видели там Сталинград, Волгоград. Остатки показаны для истории, что там оставалось, какие, как выглядели дома города, что из города осталось от города после этих действий военных. Хиросима, Нагасаки, то же самое. Это ужас. Ужас, разрушение какое. Но посмотрите, вся вселенная идет этим путем. Это написано в 11 главе Бхагавадгиты. И Кришна говорит, я не могу больше видеть все это. У меня волосы дыбом поднимаются, я теряю сознание, я теряю рассудок. Кришна, покончим с этим, покончим с этим. Вот, смотри на меня просто. Я твой друг. Вот прибежище есть. То есть в этом мире Арджуна не нашел прибежища во всей вселенной. Но ужас вселяет, потому что сокрушается все в этих зубах. Бесчисленные рты, животы, говорится, что это? Вся вселенная – это Мритюлока. Вся материальная вселенная такая. Мы же должны это понять. Нам нужно тоже это осознать, что материальный мир – вот такое место. Чтобы развить сильное желание, так же, как стимул, перенестись в другую обитель, нашу законную обитель, куда, собственно, нас призывает сам Господь. Призывает сам Господь. На долю Иисуса Христа выпали, казалось бы, невероятные испытания. Когда его распяли невежественные люди, но он не гневался на злодеев. Ну, когда вас наказывает отец, допустим,
наказание, но оно благородное, но не приносит вам таких, такой травмы. Это родной отец, в конце концов, он меня учит. С возрастом мы еще больше это понимаем, даже благодарим. Да. Но когда вас наказывают невежественные люди ни за что, не понимая вообще, что вы делаете хорошие вещи. Но невежественные люди не понимают, они злобно на вас смотрят, начинают издеваться над вами. Это трудно пережить обычному человеку. Очень трудно молиться за таких людей. Очень трудно. И они жестоки, они не поймут даже ваших речей. У вас нет никакого шанса объяснить свои поступки, проповедовать. Нет, эти люди на самом деле, они либо язычники, либо они вообще на самом низком уровне. Они просто глумятся над вами, издеваются над вами. Им нравится вас убивать, издеваться. Иисус не страдал, когда это с ним делали. Не страдал, Прабхупада говорил, Иисус никогда не страдал на кресте. Но он боль испытывал, конечно, но он не страдал. Почему? Я не знаю, как объяснить, надо почувствовать. Это вряд ли можно объяснить философски. Это сила бхакти. На самом деле, можно так любить людей. На самом деле, такая любовь есть. На самом деле, есть такое сострадание. А Васудева Датта, а Харидас Такур, спутники Господа читают. Неужели такая есть любовь? Неужели есть такое сострадание? Невероятно. А дадите Чимуни, который свое тело с радостью отдал, чтобы порядок во Вселенной, чтобы благо живые существа получили во Вселенную с радостью. Потому что узнал, что Господь желает этого, он просто обрадовался. Сколько примеров, смотрите. Но это надо почувствовать. А что это за любовь? А что это за сознание? Это сознание Кришны. Это высшая дхарма. Жить ради других людей. Не оценивая их плохие или хорошие качества, не принимая какие-то политические стороны, а просто жить ради блага всех людей. А Шрила Прабхупада? Разве он это не сделал? Для всех людей. Столько примеров. Когда он приехал в Англию, то он сказал, спросили, что вы нам нового можете принести. Он говорит, я принес вам то, что вы забыли забрать. Вы все взяли, богатство много взяли, много всего. Но вы забыли одну вещь, самую главную, я принес ее. Вот это сознание Кришны. Принес в Англию сознание Кришны. Распространяет там Харе Кришна мантру. Тем англичанам, которые колонизировали Индию, Прабхупада приехал туда, чтобы проповедовать сознание Кришны, дать людям свет, знание. «Как вам Лондон, Свамиджи?» — спросили журналисты. «Лондон — это ад», — он сказал. Вау, там даже в газете такая статья вышла. Лондон, Свамиджи назвал Лондон адом. Потом он добавил, что ну, нужно отдать должное англичанам, что они построили такую великую цивилизацию в этом аду. Там солнца не бывает, а? Там одни туманы, там солнце, это редкое явление. И там живут люди, смотрите, там построена цивилизация, великая цивилизация при этом. Как подземные планеты. Ну так Прабхупада говорил из сострадания ко всем людям. Итак, он не гневался на злодеев, так следует принимать все, и благоприятное, и неблагоприятное. Поэтому тот, кто указывает на совершившего зло, в глазах преданного такой же грешник. В глазах чистого преданного такой же грешник. Если вы видите такой мир, где люди воюют и ссорятся за правду, вы должны знать, это падшие люди, те и другие. Они знают формулу мира. Это падшая цивилизация, если все сводится к конфликтам и вражде, и к политике. Поэтому Прабхупада говорил, что движение сознания Кришны вы не сможете разрушить извне. Такой силы нет.
Но если двойственность проникнет в движение изнутри, оно развалится. Оно расколется сначала на две части, потом больше. Поэтому очень важно, Прабхупада говорил, что в чем же опасность для нас с вами. Опасность – это соприкосновение с гунами страсти и невежества. Поэтому каждое утро должно быть мангала арати, садана бхакти, внимательные круги. Мы рождены в плохое время, но это плохое время благословляет нас. Время – это Кришна все равно. Он благословляет нас лучшей духовной практикой. Лучшей. Это лучшая эпоха, говорится, из четырех. В этом смысле. Худшая, лучшая одновременно. Условия плохие, но возможности великие. Махан Гунан буквально говорится. Великое достояние века Кали, величайшее Махан. Что просто при помощи воспевания имен Кришны человек освобождается, достигает совершенства. Просто. Поэтому сосредоточиться нужно на миссии, на духовной практике. Это касается всех преданных, которые стремятся к посвящению или уже имеют посвящение. Это для нас должен быть непреложный закон, чтобы посвящение не было напрасным. Иначе это не возымеет пользы, поймите. Просто обряд или просто ложное обещание духовному учителю не возымеют пользы никакой. Можно и после инициации прожить жизнь обычного человека. По Божьей милости преданные терпеливо переносят, все невзгоды. Увидев это, Махараджа Парикшит смог понять, что бык – это не кто иной, как олицетворение религии. Бык такие речи произносил. Это была другая эпоха, это был как бы стык, юг, два пара юги, кали-юги. Поэтому вот такие явления происходили с Махараджа Парикшитом. Облик быка принимали и демоны в свое время. Как Аришта Сура принял облик быка. Льваца Сура принял облик теленка тоже. И Кришна убивал этих быков. Аришта Сура. Но это подделка. Это не дхарма. Это подделка в материальном мире. Нужно убедиться, что перед вами истинный образ, истинная личность. Например, сегодня мы не просто выбираем духовную учителя, мы должны проверить эти отношения. Некоторое время требуется, чтобы проверить эти отношения. На самом ли деле я смогу прогрессировать духовно, следуя наставлениям этого человека? И кто его духовный учитель, как он следует своему духовному учителю, должен все это увидеть. Нельзя слепо принимать такие вещи. Поэтому образ быка может быть ложный. Образ священника может быть ложный. Образ гуру может быть и ложный. Век Кали наполнен всякими ложными названиями. Океан порока, говорится. Океан таких названий, ничего не значащих, не улучшающих нашу жизнь. Новое, new, вот это счастье вам принесет. Не принесет никакого счастья. Все это просто ложные названия. Вот вам новые таблетки, голова не будет болеть. Вот вам еще что-то, да, будете красивы. Всегда до глубокой старости в гробу вас украсим тоже. Ну и кому это приносит пользу в конечном итоге? Только удовлетворение чувств некоторое. По сути, мир не улучшается. В наших отношениях, в нашей глубине счастья. Мы продолжаем искать, разочаровываться, страдать, ошибаться, стареть, умирать, терять надежду. Все это есть и поныне с каждым человеком. Как мы победим таким путем рождение, старость, болезнь и смерть, в конце концов? Нужна дхарма. Настоящие вещи. На настоящих вещах зиждется вся временная вселенная. На сверхдуше базируется все на одной личности, на ее экспансии просто, на сверхдуше. Это нужно познать очень хорошо.
Иными словами, преданный вообще не страдает. Потому что так называемое страдание – это тоже Божья милость для преданного, который во всем видит Бога. Корова и бык не пожаловались царю на олицетворение Кали, который мучил их, хотя в таких случаях все обращаются к представителю власти с жалобами. Необычайное поведение быка позволило царю сделать вывод, что бык, несомненно, самовоплощение религии, так как никто иной не смог бы разобраться в таких тонкостях ее законов. Итак, дхарму нужно постичь. Дхарма, адхарма, в чем же суть этой дхармы? Любая ли деятельность является дхармой? Да, можно так сказать. Любая природа относится к дхарме. Любая природа относится к дхарме. Но в материальном мире она делится на две вещи – дхарма и адхарма. Для Уттама Тикари в этом нет никакой разницы. И то, и другое проявление дхармы, в конце концов. Даже отраженная дхарма – все равно дхарма. Даже на фотографии, если личность отпечаталась, вы узнаете – это та самая личность. Тем не менее, дхарма указывает на дхарму или на противоположность дхармы. Она тоже часть дхармы. Для Уттама Тикари такой разницы нет. Демон это или преданный? Он говорит, все преданные. Все служат Богу, и демоны тоже. Для Мадхьяма Тикари различается дхарма от дхарма. Очень строго нужно знать эти вещи. Избегать от дхармы и стремиться к дхарме. Так как же различить эту дхарму и от дхарму? Если она относится к моей гуна-карме, есть хищники. А что, если у меня такая дхарма? Если родился в такой семье хищников, мясоедов, я это унаследовал, у меня гены уже такие мясоеды. Так говорят. Еще. У меня такие гены, такая привычка. Я не могу жить по-другому. И Нарада Муни, Тхура Махарадж сказал Нараде Муни, я не могу принять твои наставления, у меня кровь кшатрия, у меня дхарма такая. Природа тоже дхарма. И злобная природа тоже природа. Так как же различить эти вещи? Где же, как же выбрать путь? Может быть, у каждого свой путь, и все правильно. Послушайте негодяев, он тоже объяснит свою жизнь. Будете сострадать, сочувствовать. Скажите, его тоже можно понять. Это тоже человек. Есть причины, почему он стал воровать. Да у него просто он с голоду умирал человек. Вынужден был воровать, чтобы выжить. Много таких примеров. Тут несчастная семья, родители плохие были. Да, про ребенка вообще забыли. Там. Вот он таким стал, конечно же. Общество виновато в этом. Много-много сейчас идет анализов судеб человеческих. Каждого человека кто-то обсуждает, пытается понять. И все же, тем не менее, кого-то наказывают, сажают в тюрьму или приговаривают к высшей мере, а кто-то живет на свободе. Хотя все это можно понять, тем не менее, существует еще какой-то закон. Так как же различить, почему же, что такое этот закон? Здесь будет описываться, на каких этих законах дхарма зиждется, и не на каких других. Бхагаватам разъясняет тончайшие вещи. Даже это нужно распознать. Не все является правильным, даже относящееся к природе. Не все нужно есть человеку подряд, указывая, что это все просто природа. Ядовитые растения вы не будете есть. Это тоже природа. Итак, как же эти вещи различать? Тут будет описываться, как различить материю и дух, каким же образом. Это и есть высшее как бы, положение дхармы. Отличить тонкие, тончайшие вещи, тончайшие связи между материей и духом. И отстраниться, отречься от материального. Это тема Бхагавата.
То есть первая песня уже все объясняет необходимое, чтобы человек стал в высшей степени цивилизованным. Уже первая песня все объясняет, все самое необходимое. Весь Бхагаватам уже тут есть. Далее будет разъясняться, конечно, в других песнях более подробные вещи, более изысканным путем, с историями, Пуран. Итак, еще раз прочитаю тексты. 21, 22, прочитаю переводы. Сута Госвами сказал: «О, лучшие среди браманов! Император Парикшит был полностью удовлетворен речью воплощения религии и, не колеблясь, дал верный ответ. Царь сказал: «О, принявший облик быка, ты воистину знаешь религию, и твои речи находятся в соответствии с законом, согласно которому то, что уготовано виновному в безбожных поступках, ожидай ты того, кто указывает на преступника. Ты никто иной, как олицетворение религии». Будут ли вопросы, пожалуйста? Кто поможет включить микрофон? Хари Кришна, спасибо большое, дорогой Гуру Махарадж, за лекцию. Такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как происходит очищение мотивов в преданном служении? Иногда можно замечать, что преданный выполняет служение, у кого чистые мотивы, ему даже меньше нужно времени, чтобы восстанавливаться, а кому-то больше. И всегда ли этот момент зависит именно от чистоты мотивов? Или, может быть, еще есть какие-то критерии? Как происходит очищение мотивов? Да, как прийти к более чистым мотивам, как происходит этот процесс? Более чистые вкусы человек обретает. Более чистые вкусы. Например, человек идет в баню раз в неделю. Помылся, он уже не может одеть ту старую одежду. Это его одежда, его запах. Нет, стирку. Вот так это происходит. Делайте регулярное омовение, повторяйте 16 кругов мантры, читайте Священное Писание. И если, когда что-то противоречит тому, что вы читаете в священных книгах, вы чувствуете, нет, вы чувствовать начинаете. Или у вас всплывает что-то изнутри, вы тоже начинаете понимать, нет, это запах дурной, надо омыться, надо мне очистить ум. Начинаете различать такие вещи. Это же просто. Вот пища. Но более вкусная пища, и вы уже видите, что это не совсем вкусная пища. Понимаешь? Нет? Непонятно? Спроси, как, что не понимаешь? Мне такая деталь именно интересует, что например, бывают преданные, у которых стараются, насколько могут служить, да, но кто-то, ему меньше требуется времени, чтобы восстановиться, например, физически, да, морально, может быть, а кому-то больше. И я слышала преданных, что это зависит от чистоты мотивов. Поэтому, говорят, очищайте мотивы, в этом был вопрос. И еще Не только, от здоровья зависит тоже. От состояния тела, от гуна-кармы зависит. Если человек, слабый физически, ему нужно тоже больше восстанавливаться от каких-то нагрузок. Или психически слабый человек, нужно больше. Мой Гуру Махарадж, когда был здоров, то он минута в минуту подъезжал в аэропорт, шел на стойку регистрации, на ходу одевал брюки, в аэропорту переодевался, потому что летел в другие страны какие-то. И это нисколько не волновало его.
А другой духовный учитель говорит: нет, сейчас меня не беспокойте, мне нужно подготовиться, собрать вещи. Я улетаю во столько-то, там за столько еще часов, знаете. Я не могу так вот, я буду волноваться, вдруг я опоздаю. Нет, нет, нет. У меня вот так должно быть все в порядке. Это разная гуна-карма. Разная природа. Это к материальному относится. Но душа, она и в больном теле душа, и в другом теле душа. Кто-то думает: ой, сколько много делает, смотрите, он преданный. Но у него тело хорошее, поэтому он делает. А это со скрипом такой, знаете, там полы помыл, лег, отдохнул. Но все, что он может, ну, Кришна принимает тоже. Но выглядит, видите, все по-разному, конечно. Ты об этом спросил? Да, спасибо большое, Хари Кришна. Наверное, Радха есть, вернее, Канта, у тебя есть какое-то мнение или дополнение? Мне очень понравилось, как, с каким терпением вы даете наставления. И они делают ИСККОН лучшим местом, лучшим миром. И это удивительно, что каждый может быть в сознании Кришны, независимо от того, в каком он положении находится. Просто это прекрасно. Я слышал, как у тебя в уме такой мысли шевелились. Канта. Так, еще вопросы есть у нас? Ну, давайте, давайте. Или кто? Кто-то микрофон забрал? Хари Кришна, примите покорно, пожалуйста. У меня вопрос про сострадание. Хочется сострадать всем живым существам, но понимаю, что люди страдают, потому что они сделали такой выбор когда-то. Вот они выбрали такой путь, путь страданий, наслаждений, чередующихся. Они клюют то сладкие плоды, то горькие плоды. И вопрос, а чему тогда мы должны сострадать? Потому что у них выбора-то и нет. Только горькие, сладкие плоды и все. Вот это, какой же это выбор? Это обусловленность. Так человеку предлагает общество, когда обучают. Вот тебе горькие плоды, вот тебе сладкие плоды, вот тебе или там три направления, три гуны материальной природы, выбирай. Никто не говорит о Боге. Нет выбора у них. С Богом отношения людей-то нет. Так как же они выберут что-то? Они выглядят невинными в этом смысле. Не знают вообще ничего. Но это же их выбор в прошлом был такой. Они сами захотели быть без Бога. Да, ну и что это? Что это меняет? И мы сострадаем то, что они такой выбор сделали. Да, пусть навеки остаются. Сами же выбрали. Ну и все. Ребенок тоже руку в огонь. Но ты же сам это сделал. Чего жалуешься? Почему же мать заботится? Понимаешь пример? Мать же заботится. Но это отношение родителя к ребенку. Значит, вот вы должны как научись, детям относиться. Научись этому. Научись именно вот этому. Вот этому учись. Стань такой матерью. Иначе какой смысл тут находиться? Это только обвинять людей и все? Ну и что это изменит? Выйдите, скажите, вы все негодяи, сами в этом виноваты. Кому это поможет? Душа не пробудится? Нет. Но когда вы увидите это чудо, пробуждение души, вы будете счастливы, вместе с людьми будете счастливы, и Кришна будет доволен. Отец наказывает, понятное дело. Нашкодил, сам виноват, в угол становись. Там ремня получил, в углу стоит. Но если его дети также подходят и бьют этого ребенка в углу, ему не понравится.
Ему понравится, что они сострадают ему, говорят, вот отец, ты проси у него прощения, вот больше так не делай, вот на тебе то-то, пока отец не видит. Они сострадают. И отец слышит все эти вещи. Ну, да, он хороший дети. Хорошие отношения у них. Видите, нам нужны образы. Нас абстрактная философия делает жесткими. Поэтому Иисус философию не говорил жестоким людям. Он давал им притчи, откуда они плакали. Про отца и сына блудного. И люди плакали, понимая, о чем он говорит. Что абстрактно, философски они станут жестокими. Как здесь написано, ты сам виноват, и тот виноват, и тот тоже виноват. Ну, давайте тех и других покончим с ними. Все виновны. В Кали-Югу, если кто-то говорит, виноват, значит, нужно ударить этого человека. Указать на это нужно. Вот это Кали-Юга. Поэтому Ману Самхиту Прабхупада запретил применять, при этом изучать. Вы станете жестокими. Если он дает законы правильные, вы этими законами начнете тут инквизицию устраивать. Нет, образ нужен Бога, прежде всего, образ любви, сострадания. Вот что такое суть дхармы. Прощение, вот это надо обрести нам. Как еще говорится, не судите, да не судимы будете. Ведь Христос предупреждал, что люди осуждали друг друга, все. Говорит, не судите, и не судимы будете. Живите по-другому, будьте как дети. Зависит от Бога. То же самое, говорил притчами, образно, чтобы пробудить какой-то сентимент, чувство. Что люди не почувствуют, все будет плохо. Кто думает, что эту философию восточную люди не слышали? До Прабхупады слышали как-то? Но Прабхупада дал образ Господа Чайтаньи. Дал образ премы, расы, отношений с Богом. А философия не такая уж сложная вещь. Что посеешь, что пожнешь, что-то сложно. Еще вопросы? Харе Кришна, Гуру Махарадж, принесение поклона, пожалуйста. Спасибо за лекцию. Вы сказали, что мы должны, ну, как должны, видеть не чужую вину, а наставление, быть под руководством духовного учителя. Чувствовать руководство духовного учителя сверх души. А как это в жизни проявляется, как к этому человек должен прийти? Что он не других причин ищет, да, а вот он чувствует руководство, как это? Руководство к цели, да, мы получаем «мам чайо вья пичарина бхакти йогина севате». Вот оно руководство. Непрерывное преданное служение. Вот это руководство. То есть духовный учитель следит, чтобы не прерывалось преданное служение. Так. А что происходит? Приятное-неприятное – это второстепенная вещь. Потому что бхакти сильнее, выше этой двойственности. Это подобно как вот ручей. Он непрерывно течет. Препятствия или там какие-то водопады не имеют значения. Он наполняет, идет дальше. Спускается, идет дальше. Его не остановит. Я печально. Сагунан саматити танбарам брамбу я и калпете. Вот тут он и получает трансцендентное знание духовное, таким путем. Ученик, который вот не прерывает свое преданное служение, его регулярные джапы, регулирующие принципы и служение. Это есть главное руководство, что гуру впереди должен быть делать эти вещи. Ачар должен быть. Пример, что он тоже проповедует, он занят в миссии, он служит в миссии Прабхупады, своему духовному учителю. Все, и мы этот дух получаем, заимствуем, чтобы не прерывать наше преданное служение. Это вот это важный момент. Остальное, по милости Кришны, человек достигает осознания брахмана. Естественно. Ручей течет, там всякое бывает, но ручей все равно течет, не становится. Где у кого микрофон? Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, одно из ваших главных наставлений – это проповедь и проповедь новым людям. Я бы хотела воспользоваться такой возможностью и задать вам вопрос. Скажите, пожалуйста, а как вы относитесь, если бы я стала куратором в программе «Матушки Малики Малы»,
в проекте про Family. И второй вопрос. Также я вижу проповедь новым людям. Это через ведическую астрологию. Скажите, пожалуйста, как вы к этому относитесь? Пока нормально. Посмотрим, как ты это будешь делать, давай. Если не отклонишься от духовного пути, все хорошо будет. Если отклонишься, то я должен был как-то поправить это. Косвенная проповедь, любая проповедь, она небезопасна тоже в каком-то смысле. Она развивает тоже некое мнение о себе. Проповедники, они привыкли говорить и не привыкли слушать. Часто бывает так. Надо с этим тоже осторожно быть. Если мы не привыкли слушать, старшие многие болеют такой болезнью, которые, или успешные люди, они не привыкли слушать, привыкли только говорить. То постепенно наша проповедь, она духовно ослабнет. Проповедь поддерживается взаимоотношениями, а не просто чувством престижа. Оно тоже поддерживает чувством престижа какое-то время. Это, да, будет сложно слышать критику в свой адрес. Очень сложно. Это будет тормозить наш ум, наш разум, вызывать такие противодействия какие-то. Но если мы именно слышим, умеем слушать и умеем говорить, это хорошо, две функции. Нас будет поддерживать дух. Мы видим, что некоторые наши духовные учителя, они очень могущественны в проповеди, потому что они умеют слушать. Они не обращают внимания на двойственность. Караван идет, собаки лают, караван идет, критикуют всех лидеров. И кто-то вообще никак не обращает на это внимания, просто такой же добрый проповедует. Я знаю таких вайшнавов уникальных. А кто-то не может терпеть, когда кто-то что-то скажет. Поэтому косвенная проповедь, и вообще проповедь — это лидерство. Этому нужно тоже учиться. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Шрила Прабхупада сказал, что достаточно изучить Бхагавад-гиту, чтобы достичь совершенства, но в то же время он наставил еще Бхагавад-гиту, Бхагаватам, Чаритамриту. Вот то, что Шрила Прабхупада имел в виду по словам «достичь совершенства, изучая Бхагавад-гиту». Бхагавад-гита — это основа. Основа трансцендентного знания. И все остальные книги, они раскрывают подробно этот смысл. Подробно раскрывать этот смысл. На самом деле нет разницы между Бхагавад-гитой и Шримад-Бхагаватам, Чаритамритой. Разницы нет. Это все может считать одна Бхагавад-гита, раскрытая. Ее можно раскрывать и дальше. Еще и дальше. Еще придут такие, как Кришнадас Кавираж Госвами, еще напишут больше. Там предсказано в самой Чайтанья Чаритамрите. Что говорит, я так и не раскрыл личность Господа Чайтаньи. Не смог, он сказал в конце Антилилы. В будущем придут те, кто раскроет больше. Нет каких-то стереотипов и догм. Знание безгранично. И основа этого знания — Бхагавад-гита. Если вы знаете Бхагавад-гиту хорошо, вы можете применить ее в любых обстоятельствах, в любое время. Разве когда вы читаете Шримад-Бхагаватам, если вы уже знаете Бхагавад-гиту, вы не думаете таким образом? О, так это в Бхагавад-гите есть. Тут с такой стороны, но это в Бхагавад-гите сказано. Этой стороны я не понимал, я читал, конечно, но сейчас вот я понимаю, благодаря Шримад-Бхагаватам. Если вы читаете Чайтанья Чаритамриту, вы тоже найдете все основания в Бхагавад-гите, как ни странно. Хотя она кажется немножко о другом. Там нет битвы какой-то, Курукшетры. Там вроде бы нет ни карма-йоги, ни все остальное, но там есть Бхагавад-гита тоже. Та же самая основа. Все наше движение основывается на Бхагавад-гите.
Не разделяйте эти вещи. Это трансцендентная одна платформа. Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам, Читан-Чаритамрита, Иша-Панишад, Упанишады — это все одна духовная платформа. Так, у кого микрофон? Последний, да, у нас? Да, последний вопрос. Твой вопрос. Дорогой Гуру Махарадж, простите мое невежество, я за два дня до инициации запутался. Вы сказали, Иисус Христос и Шрила Прабхупада, они любили людей. Вот, но зная себя, как бы, я понимаю, что такого, как я, любить не за что. Мое понимание было в том, что эта любовь к людям, она рождалась из того, что они были наполнены любовью к Кришне, любовью к Богу. И они делились этой переполняющей любовью их и видели в них проявление божественное. Вот. И я понимаю, что я не понимаю чего-то, и хочу, чтобы пояснили этот феномен «любовь к людям». Спасибо. Ты понимаешь любовь чувствами сейчас, то, что ты описал? Это чувствами ты понимаешь? Любовь, она может проявляться через чувства, но она по-разному может проявляться через чувства. Ребенок говорит, маленький, мама, я хочу пойти поиграть на улицу, там, за сараями. Дай мне канистру бензина и спички. Мать очень любит ребенка, но она говорит, никогда тебе не дам такие вещи. Не то, что я люблю, тебе дам и бензин, и спички, и пороху ящик, взрывчатки, иди играй за сараями. Любовь — это также разум. Подумай об этом. Развивай этот разум. Разум может видеть то, что не видит чувства. Где вы берете масло? Из молока. Ну, где же вы видите масло в молоке? Ну, есть процесс. Это разум. Чувства меня обманывают. Нет никакого масла там. Откуда берете масло? В молоке не обманывайте меня. Ну, я видел молоко, пил молоко. Нет там масла никакого. Нет, надо взбивать, надо сделать йогурт, там есть процесс. Взбиваете сливки, постепенно они сгущаются, и постепенно получаем масло, а еще перетапливая, гибует. Ого! Этому нужно тоже, это разум. Нужно понимать процесс. Любовь – это источник всего. И также источник разума. И разум – ближайший сосед души, не чувство. Ты сейчас написал чувственную любовь. Когда все любят друг друга и чувствуют это, вот такое приятное, да, отношение. А что насчет неприятного? Как ты узнаешь любовь в неприятных отношениях? Там тоже есть любовь. Но чувствами ты не узнаешь это. Нужен процесс. И нужен разум. Понятно, что? Или я тоже запутался с тобой вместе? Так, значит, нужно изучать философию. Книги Прабхупады нужно изучать. Хорошо. Шрила Прабхупада ки джай.